Всем привет, с вами снова Даник, и это третья часть Лепсклея в Майнкрафт. И в начале видео у меня всегда фапает FPS. Сегодня я хотел бы отправиться в путешествие в какую-то пещеру, которую я собираюсь найти. Ну, пока что я положу металл и возьму с собой все самое необходимое. А необходимое у меня и так уже с собой вроде бы. И больше ничего не надо, и выжить нечего. Ну ладно. Как говорится, с Богом. Я думаю, что лучше пойду в эту сторону. Потому что я никогда не любил джунгли. Зато я любил свиней, как вы знаете. Те, кто смотрел вторую часть. В общем, мы бежим по лесу. Вокруг только одни свиньи. И, кстати, да, по дороге я постараюсь найти каких-нибудь овец, потому что кровати до сих пор я не намутил. Ай, черт, я ж не могу бегать, ё-моё. Надо быть аккуратней. Да. Вот корова. Коров, пожалуй, я чуть-чуть, ну, хотя бы одну загашу, потому что покушать мне будет очень даже кстати. И... Вообще, коровы, по-моему, самые выгодные животные. У них выпадает и мясо, и шкура. Мясо бывает тоже не одно. Так что это очень даже круто. Блин, я вышел прям в ночь. Похоже, далеко я не уйду. Тут у нас свинья, которую мы, конечно же, не упустим. Раз она уж так по пути нам попалась. Здесь у нас такое красивое озерце с кальмарами, с прутами, осьминогами. Я хотел бы с вами поговорить, знаете, о чем вот мне сейчас пришла идея. Я смотрю перед собой, вижу, ё-моё, свинья со спидхаком. Я вижу печеньки с соком. Так вот, я бы хотел узнать ваше любимое блюдо в комментариях, увидеть его. Тут свиньи, блин, что-то их очень много. О-о-о, овцы, отлично. Так вот. Если у вас есть какое-то любимое блюдо, то отпишите его в комментариях, посмотрим, какое блюдо больше всего любят люди, мои зрители. У меня как такового любимого блюда нету, но я люблю, наверное, все, кроме чего. Блин, я походу всеядные люди. Так, криперы. А, криперов я не люблю, во. Так, три шерсти у меня есть. И теперь надо попытаться найти дорогу домой. Я, если честно, почти что уверен, что у меня нифига не выйдет. В шахту уже не пойду. Попытаюсь... Иди в сракотан. Попытаюсь следующее утром сходить в другую сторону. Потому что... И так, уже ушел далеко, и что-то я думаю, что не вернусь. И думаю, следует поспать сначала у себя дома, чтобы поставить там спавный поинт и... В дальнейшем более смело все это делать. Нет, вроде бы я нашел... Да, вот эту речушку я помню очень хорошо. Так, тут скелеты тусят. Я с ними не буду связываться, потому что это никогда хорошо не заканчивается. Свинюшка, осторожно. Я тебя... Да, я тебя так прирежу. Она под экстази, чуваки. Ё-моё. Наверное, этот выпуск будет называться «Обкуренные свиньи со спидхаком». По-моему, слишком длинно и глупо. Ну, в этом весь я. Так... Наш тростничок. Что-то я не, в общем, не понял, что с ним происходит. Растет, не растет. Здесь вроде бы все ровно, тут какие-то внезапная хрень. Нет, вроде бы это не тот тростник растет. Ну ладно, пускай растет. Так, а у меня точно три шерсти или я лоханулся? Даже четыре. Ну, отлично. Сейчас замутим кроватку. Такс. Березка. Опять ты меня выручаешь. Вот так. Все, супер. Сейчас будет у нас кроватка. О. Сейчас было бы в тему так вот сделать, типа, как-то сымитировать храп, но, по-моему, это ужасно глупо и неоригинально. Ё-моё, как я заорал. Ё-моё. А чё я так испугался-то? Ладно, нормально.
покушаем мясо. Я не знаю, блин. Вот бесит то, что раньше в Майнкрафте было, кто помнит, можно было просто жрать хавчик и восстанавливать все хп. А теперь надо пополнить себе запас. В общем, голод убрать сначала, потом просраться сходить, там все такое. В общем, мясо поджарится, я думаю, пойду. А че я железо-то достал? А, кирку надо сделать, точно. Кирка, без кирки вообще никуда. Такс. Вот. Какая она красивая у нас. А это все сложим сюда. Или я даже могу сделать себе броню. Или даже нет. Нет. Мясо уже почти что поджарилось. У нас тут такой тоннель дебильный. Я не знаю, пока оно жарится, я, наверное, как-нибудь вот так вот сделаю. Чуть-чуть вот уведу в сторону вход. Не знаю, как это точно будет выглядеть. Ну, примерно так вот, наверное. Потому что действительно выглядит уродско. Я не смогу сделать дом нормально себе. Главное, чтобы сейчас воды не было. Это будет очень печально, если мы выйдем прямо на озеро. Так, нет, вроде бы все отлично. Да. Все. О. Так. Вот так вот у нас тут будет. Ну, что-то типа этого, ладно. Пускай остается пока что так. И надо заделать в доме эту хрень. Эту некрасивую дыришку. Так, ну что ж, как я и обещал, мы отправимся. Ё-моё, я косой вообще. Забейте. Так. Тут пауканы у нас всякие прыгают. Ну, я не знаю, ну придется идти в джунгли, похоже. Еда у нас есть, дерево есть, камни есть. Хрен знает зачем, ну ладно, пригодятся. Тростничок растет уже, явно видно. И... Да. Эти кокосы растут или что там, какао-бобы. Да, какао-бобы. Тут курица у нас, блин. Довольно-таки богатое место я выбрал для застройки, потому что куда ни пойди, везде какие-то животные. Причем они целыми стадами какими-то здесь находятся. Я понял уже, что я обратно не вернусь, потому что я уже как-то перестал ориентироваться. У меня всегда с этим было не очень. Ау. Что это за дерьмо? На пол окрана листик. Ну, зато мы теперь чувствуем себя как настоящие маугли в джунглях. Ё-моё. Кошка, кошка. Мур-мур-мяу. Сальвадор, ты ли это? Ладно, сиди, подрастай. Вот тут овцы опять. Днём с огнём не сыщешь, а когда не надо, на каждом шагу. Ну, в общем, не суть сейчас. Я пытаюсь найти пещеру, богатую ресурсами. Но, кажется, что-то безуспешно совсем, и я не знаю. Какого черта? Яблоко. Спасибо. Спасибо. Я надеюсь, это не змей-искуситель мне там яблоко подкинул. А то это обычно не очень хорошо кончается. Блин, я вообще ни хрена не вижу, ну... Блин. Короче, я не знаю, что делать. Тут овцы тусят под экстази, как обычно. Я вижу... О, поляна. Шикарно. Тут свинки опять. Вот, вот тут что-то похожее на пещерку. Нет, нифига не отлично. Ладно, я не помню. Пройдем чуть дальше. Здесь по-любому должна быть какая-то пещера. Ну, здесь, блин, непонятные какие-то подземные переходы. Я вообще не знаю, что это. Джунгли закончились. Началась какая-то хрень зеленая. Тут какие-то скалы. Довольно-таки, кстати, красивые. Тут тени. А тени, правильно, с ними все в порядке? Или это опять этот баг? Да, это был баг. Ненавижу его. Если кто-то знает, как от него избавиться, скажите, пожалуйста, потому что бесит. Вот тут такой красивенький водопадик у нас, но я не знаю, мне он никак не пригодится. И я уже хочу сдохнуть, чтобы вернуться домой. О, а вот и пещера. Ну, чё, ну, похоже, пещера ресурсами богата, как никогда, и, наверное, здесь... Да ну нафиг, кому я вру, блин? Такой бред.
Я искал это полчаса нафиг. Чё за нахер творится? Вообще беспредел. При ночи такого не было. Вот здесь по-любому есть какая-то пещера, похоже. Ну, во-первых, здесь есть бак с текстурами, и, во-вторых, я вижу уголь. Что немаловажно. Уголь я пока что собирать не буду, у меня его пока что на данный момент хватает. И опять это какая-то китайская подделка. Или нет. Или да. Или да. В общем, спасибо за просмотр. Вы мне очень помогаете своими лайками и комментариями. Отдельное спасибо тем, кто комментирует. Меня зовут Даник, и я, наверное, попрощаюсь с вами на этом моменте, где я вообще хз где и как вернусь тоже хз. В общем, всем пока.